Казачество – одна из ярких страниц в российской истории, которую утратили при советской власти. С начала 90-х годов движение начало постепенно возрождаться. Сегодня проводятся фестивали, форумы и молодежные игры для развития казачества Ульяновской области. Мы проведем один день на Волжском сполохе 2019, чтобы с головой окунуться в атмосферу казачьей удали. В российской истории казаки – уникальное явление. Это социум, ставший одной из причин, позволивший Российской империи дорасти до столь огромных размеров. Казаки – народ воинственный, своенравный и гордый. Эти качества нужны в бою, а потому приветствовались внутри общин. Волжский регион – традиционное место проживания казаков. В свое время они осваивали и защищали поволжские земли. Поэтому и большой процент населения нашей области имеет казачьи корни. На территории Приволжского федерального округа сегодня существует Волжское казачье войско. Казаки внутри своей общины проводят различные мероприятия, на одном из которых мы и побывали. В этом году в межрегиональных молодежных и казачьих играх Волжский сполох приняла участие не одна сотня человек. Здесь подрастающее поколение. Они зреют духовно, физически и, конечно же, помимо соревновательного духа, который тут уже присутствует, мы надеемся, что те команды, которые приехали из районов Ульяновской области, из Самары, они найдут новых друзей и подготовятся к новому учебному году с тем, чтобы осваивать новые учебные программы и готовиться к взрослой жизни. Традиции и ценности казачества тесно связаны с православием, поэтому любое дело казак начинает с молитвы и благословения. Никогда не забывайте о подвигах наших русских людей, которые собирали эту землю, которые любили ее, которые жизнь отдавали за то, чтобы страна наша жила. От князя Владимира и до настоящего времени она живет молитвами наших небесных покровителей. Юниоры на протяжении нескольких дней участвовали в различных спортивных состязаниях. Каждый день у ребят был насыщенный. Им предстояло определить лучших в верховой езде, перетягивании каната, в том числе битве на бревне мешками, стеношном бое и конкурсе художественной самодеятельности. Отдельным испытанием в первый день игр значилась военизированная эстафета. В условиях максимально приближенных к бою участникам нужно было сначала разобрать и собрать автомат, набрать полный магазин патронов, выстрелить по мишеням, одеть противогаз и в нем пробежать несколько десятков метров, а затем вытащить раненого с поля боя. Все нужно делать быстро и четко, поскольку за любую неточность к общему времени команды добавляется судьей еще по 5 секунд. На данный момент трудно судить по соревнованиям, так как прошел всего один конкурс, но он был довольно-таки непростым. Это командная работа, все друг другу помогали, подбадривали друг друга. Ну, в общем, чувствовалась какая-то борьба между командами, ну и было хорошо. Командный дух и поддержка чувствуются у ребят во всем, начиная с утренней планерки в палаточном лагере, где мальчишки и девчонки обсуждают стратегии действий на день, и заканчивая соревнованием, где будущие казаки помогают друг другу плечом к плечу. Мы должны понимать, что мы можем вырастить здорового, сильного человека, но если у него нет морально-этических ориентиров, основ, он может быть абсолютно сильным, здоровым подонком. И для нас самое главное избежать именно этого, поскольку всегда Россия и воины русские побеждали не за счет качественного и технологического оружия, а за счет все-таки духа. После эстафеты уставшие ребята направились на полевую кухню на обед. Мне же Павел предложил познакомиться с забавами казаков. Главное оружие мужчины – шашка. При рубке холодным оружием казарли важна правильная и устойчивая расстановка ног и позиция рук. Согнутые колени отвечают за легкость удара, сила за точность среза бутылки, а вода – за эффектность трюка. Я думаю, что, знаете, еще есть один секрет. Конечно, ради эксперимента, ради положительного, так сказать, результата, давайте мы попробуем это сделать. Ну почти. Ну и какой же настоящий казак без стрелкового оружия? Раньше мужчины во время боевых действий всегда использовали огнестрельное оружие и отдавали предпочтение автомату Калашникова. Сегодня их потомки и наследники с юных лет начинают изучать устройство ружья. С первого раза запомнить последовательность действий при разборе трудно. Это дело практики. Бурю эмоций вызывает стрельба из боевого оружия. Ну, поехали.
Ну, я не закончила, но это уже прям это. Хорошо. Такой же восторг у детей, как и у меня, вызывает стрельба из оружия, обучение джигитовке, верховой езде, маршу на плацу. У мальчишек и девчонок горят глаза, и они занимаются этим не потому, что их заставляют, а потому, что им действительно интересно и это нравится. Некоторые уже сегодня спят и видят себя в будущем казаками. Вступить в реестровую казачью организацию может любой православный гражданин, достигший 18-летнего возраста и разделяющий идеи казачества. После обеда для команд продолжаются соревнования в части маршевой подготовки. Ребята сначала тренируются правильно поднимать ноги, затем чеканить шаг, а уже затем, синхронно и на время, они должны четко выполнять команды своего начальника по перестроению. Основные задачи казаков в мирное время – это воспитание подрастающего поколения и подготовка молодых людей для службы в армии. Сегодня казачье общество занимается военно-физическим, умственным, религиозно-нравственным, эстетическим воспитанием молодого поколения. Знания приобретаются детьми в процессе трудовой деятельности, общения, в непосредственных беседах со старшими, в играх, упражнениях на сообразительность и находчивость. Все делается на добровольной основе и в свободное от основной работы время. Если брать направление казаки, офицеры, наставники, которые работают с детьми, это люди, сейчас это правильно говорить уже по закону Российской Федерации, это добровольцы. То есть они не получают зарплату, они в свое свободное время оставляют дом, детей, жену и уходят с детьми там, куда-то на учения, на занятия. В жизни казаков особое место занимают творческие вечера и интеллектуальные конкурсы. Все мужчины и женщины любят петь фольклорные песни и танцевать, учат этому подрастающее поколение. Я пою, меня сюда направили по пению. А остальных я еще не знаю. Но я не знаю, кому нравится, кому нет это. Вот так вот. А поешь ты какие песни? Жанры? Я закончила музыкальную школу, 4 класса, без диплома. Вокал, у меня идет фольклорное достижение, пою я фольклор и русский народный. Дети всегда остаются детьми. В свободное от соревнований время ребята катались на качелях, строили песчаные замки, учились управлять хоть и старенькими, но военными БТР ИСУ-85. За целый день, проведенный на Волжском сполохе, мы поняли, что казачество – это не просто движение, а настоящее братство, которое живет по принципу «Слава Богу, что мы казаки!» Люба, братцы, люба!